В райцентре у здания отдела ГИБДД в ранний час построения перед выездом на место. Инспекторы ДПС сегодня будут нести службу по всему городскому округу. На главных дорогах, на транспортных артериях, вблизи школ и других избирательных участков. Безопасность дорожного движения, отсутствие заторов – приоритеты в любое время, тем более в основной день общероссийского голосования. Личный состав для несения службы в день голосования по Конституции Российской Федерации заступил. Для осуществления охраны общественного порядка и недопущения дорожно-транспортных происшествий, вот наш неотъемлемый, и чтобы был беспрепятственно обеспечен проезд транспорта.